заметил? А? Ты что-то видел? Похоже. Глянь вон туда. На холме у дамбы. Порядок. Слушай, друг, у меня есть предложение. Знаю, как тебе легче разрушить весь трубопровод. Это проще простого. Тебе лишь нужно пробраться на насосную станцию и уничтожить внутри оборудование. Там контролируется поток воды, автоматические клапаны и тому подобное. А когда трубы рванут, вода затопит весь каньон и алмазные копии. Это шахта-пустышка. Нет там алмазов. И никогда не было. Представь, я там служу охранником. Эти болваны меня уволить грозятся. На здоровье. Слушай, когда пойдет вода, я буду в шахте. Охрана, скорее всего, станет охотиться за мной. Ты уж мне помоги, ладно? Первым делом найди насосы и уничтожь управление.
вентили отключены. Теперь давай к трупам. Похоже, все чисто. Я пока останусь здесь. Как будешь готов, можешь уходить. Отстреливать-то буду. Я же говорил, не бери его. Так мой ствол сломался. Надо же чем-то воевать. Этот металлолом каждый раз клинит. Успокойся. У наемника, думаешь, клинит? Как же? Фиг. Поговори с Сержем, пусть он даст тебе нормальный калаш. Попал я с этой железякой. Угробит она меня. Он не будет сидеть на месте, ожидая, когда ему положат башку. Напугало. Человек болен, ему нужно лекарство. Вам повезло, сэр, что есть клятва Гиппократа. Вам придется отправиться в магазин скобяных изделий на северо-западе от шахты Таймоко. Такого человека он не пустит на порог. Конечно, если вы не отдадите ему это. Отдайте ему паспорта и скажите, что это я вас послал. Вы получите лекарство. Повсюду военное ополчение. Будьте осторожны. Удачи. Твою мать! Боже! Такого человека он не пустит на порог. Конечно, если вы не отдадите ему это. Отдайте ему паспорта и скажите, что это я вас послал. Вы получите лекарство.
Спасибо, сэр. Я думал, мы никогда не избавимся от этих животных. Не будем церемониться. У тебя есть паспорта, у них таблетки. Тебя ждут в задней комнате. Спасибо, что пришел. У нас есть нужные тебе лекарства. А бумаги? Ты принес дорожные бумаги? Моя семья благодарит тебя. Спасибо. Стойка! Никакого оружия, приятель. Руки в стороны. Может, так и правда лучше с Бастионом. Паршиво, когда тебя бросают. Я твое мнение спрашивал? В стране есть еще люди. Будут работать на меня, уверен. На меня вы хотели сказать? Ну, это пока вы платите, Адди. Верно. От гражданских одни проблемы. Нужно взять их под контроль, а то становится небезопасно. Не нравится мне. У Афот есть работенка. Ты в норме? Сражаться можешь? Посмотрим, как ты будешь драться за Адди Мантуле. СНС получили преимущество. Они поняли, как использовать растение артемизию, чтобы помочь солдатам, страдающим от малярии. Нужно лишить их этого преимущества. Все вокруг болеют. Чума просто. Да, в печах они сушат листья, чтобы потом растереть их в лекарственный порошок. Печи находятся в деревне Дагон. Ты знаешь, тебя там многие трупы помнят. Нужно, чтобы вы пробрались в деревню и разрушили сушильные печи. Остальное жги. Это вина Тамбоссы. Все из-за его эгоизма. Если СНС захочет узнать, куда делось их лекарство, пускай спрашивает своего главаря. Камни необработанные. На всякий случай повторяю, деревня Дагон. Там нужно разрушить печи. Убей или убьют тебя. Вот так, приятель. Друг, я просто стою. Это Андрей Поли. Хочу поговорить с тобой о новой работе. Да, привет. Приходи к устью реки Дагон. Так я с этим китайским дерьмом отстреливаться буду. Я же говорил, не бери его. Так мой ствол сломался. Надо же чем-то воевать. Этот металлолом каждый раз клинит. Успокойся. Наемника, думаешь, клинит? Так же. Пик. Говори, сэр, пусть он даст тебе нормальный калач. Попал я с этой железякой. Угробит она меня. Thank you.
Как дела? Мне нравится твое задание. Выполним его на совесть. Тебе надо лишь дойти до заставы на дороге. Потом найти внутри человека и убить в первую очередь. Просто. Понимаешь, он грузовик водит, доставляет врачам лекарства. Если он умрет, я смогу прочесть его бумаги. Узнаю, наконец, где они хранят дурь. До сих пор они хранят все в секрете. Видимо, у них где-то очень хороший тайник. Сделаешь как надо, мы ударим и по их производству, и по запасам. Ты пойдешь к своей главной цели, к печам. Пока враги займутся тобой, я добуду сведения с трупа водителя. Пусти их травку по ветру, где бы она ни была. Thank you.
заботься о печах, а я осмотрю вещи водителя.